Добрый день. Очень интересный вопрос, который, в общем-то, по большому счету, не изучен по-настоящему. Ну, вот я хочу с вами об этом поговорить. Что такое национальность? Что такое национальный язык? Мироздание специально создало различные нации для того, чтобы каждая из них принесла что-то новое в законы мироздания. Так уж вот, это правильно, потому что движение, как говорится, это жизнь. Вот, разные нации, разные языки, и в каждом языке сокрыты какие-то духовные коды, которые и нуждаются в них мироздание, чтобы правильно скорректировать дальнейшее построение всей Вселенной. Не просто это все. Вот возьмем Каталонию. Просто так это не могло случиться. Надо вспомнить, как Франко создавал Испанию. Была гражданская война. Значит, был очень жестокий момент построения Испании, и ничего хорошего из этого и не могло в конечном счете произойти. Естественно, духовная память о том, что произошло, осталась в детях тех, которые пережили то время. И ничего удивительного, что каталонцы пытаются отделиться от Испании, потому что таким путем они, как говорится, восстанавливают то духовное, что было нарушено Франко. Ничего удивительного, это нормально. Значит, что в этой ситуации должна сделать Испания? Прекратить последующие действия, похожие на действия Франко. Это недопустимо и ничем хорошим не кончится. Нужно понимать, что есть какие-то определенные у каждой нации права на самоопределение, которые утверждены во всем мире, и никто против них никогда не говорил, кроме фашистов, ничего, и не пытался. Поэтому Испания должна по-другому отнестись к тому, что происходит. Безусловно, должны быть выведены все силовики из Каталонии, это первое, даже не думая проводить дальнейшие переговоры в такой ситуации. Дальше нужно с ними договориться так, чтобы Каталония вошла в единое образование Испании как отдельная страна. Своими правами, обязанностями, но она должна в данном случае остаться с Испанией, с Испанией на, как говорится, на основе тех документов, которые будут подписаны ими вместе. И в этом нет ничего удивительного. Этот процесс только начинается, но он будет происходить во всем, на всей нашей земле с ускорением. Потому что именно духовное начало заставляет нации объединяться, и только фашисты могут запрещать национальные языки. Это на них похоже. Ничем другим они никогда и не занимались. Но и то до такой наглости, до которой дошла Украина, не доходил даже Гитлер. Вот так. Значит, поэтому, ну что могу сказать? Самое главное – решать все на человеческой основе, на духовной, которая является, в общем-то, единственной основой существования человечества. Поэтому человечество должно заботиться о своем будущем, обо всем, что происходит. И, безусловно, это должна не только та национальность, которая заявляет об самоопределении в каких-то ситуациях, а
должны с этим, как говорится, положительно относиться все, абсолютно население и в других странах. Ну что, желаю, чтобы все было по-человечески, по-божьи. До свидания, здоровья. И нации, каждая нация несет что-то свое, и они должны развиваться. Здоровье и Родина для каждого, а для нас Россия –